что, сегодня понедельник, прекрасный день, это новый день, новая неделя. Всем желаю, чтобы она была благополучной и в финансовом отношении, и чтобы она была на позитиве. Надо держать кайф от жизни, от всего. От выпитой чашечки кофе, от прогулки, от кайфовать от людей, от общения. То есть позитив во всем. Дарите хорошую зачатие, хорошую энергию. Сейчас иду, этот ветер меня обдувает. Слева Днепр. Да, нет моря, но есть Днепр. Это уже такое, знаете, счастье. Счастье чувствовать морской воздух. О, хорошо. Люблю поздние прогулки. Я люблю ночной, вечерний Киев. Мне почему-то вечерние прогулки придают больше энергии. Так что выходите, гуляйте. Ну что, дорогие мои, у меня вечерняя прогулка сегодня. Кстати, не одна, я столько велосипедистов. Было бы с кем на велике гонять вечером. Сколько собиралась купить велосипед, сейчас каких-то он денег таких нереальных стоит, космос. Был бы велик, наверное, бы я тоже вечером не просто гуляла бы, а ездила бы. Сейчас уже меньше транспорта, безопасно. Ну что, у меня уже улучшается настроение. И записалась на покраску волос. Знаете, что-то надо менять. Может быть, как-то стиль поменяю. Не знаю, напишите. Может быть, мне надо подстричься. Или в рыжий цвет покраситься, или в блондинку. Кто какой меня видит. Или, может быть, челку сделать. Какое у вас видение меня новое? Подскажите, стилисты или парикмахеры? Не знаю, планирую краситься опять такой, знаете, натуральный цвет, но чуть-чуть таким коричневый оттенок. Может быть, действительно мне лоб закрыть, как вы думаете, челкой спрятать? Ну, будет вот так челка висеть. Красиво. Ну что, опять меня этот заманил парк. Раньше я возмущалась, смотрите, что нет ни одного фонаря в нашем парке прибрежный. Видите, какая темень. Смотрите, как в лесу. Темень какая. Но зато смотрите, какая у нас тут аллея. Боже, сколько комаров или мошкары, что это? Я думала, здесь буду одна я, нет. Издалека очень красиво. Звезды летят. Mm-hmm.
Здесь релакс. Смотрите. Такой релакс. А тут темень, смотрите. Ни одного фонаря, как я говорила. Темень, ночь. Только лягушки. Мы и лягушки. Слышите? Слышно? Ну, ничего не видно. Ночь. Ну, видите, лето. Я не одна. Никто дома не хочет сидеть. Боже, мошкара тоже здесь все. Сесть вот так вот на травку и сидеть. Смотрите, наряду со всеми брендами, бренд Украина, наша родина, я родилась в Украине. Родилась в Мариуполе, раньше никто не знал, что есть такой город. На Азовском море. Прекрасный город. Всегда любила возвращаться туда. Смотрите.
Какая луна. Смотрите, как она низко на земле находится. Такая картинка открывается. Красота у нас. АТБ круглосуточно работает. Можно зайти, продуктов купить. Так, а что-то я хотела. Подсолнечное масло я хотела. Отлично. Сейчас я зайду, куплю подсолнечное масло. И что мне еще нужно было? Смотрите. Это не фонарь, это луна. Смотрите, какая яркая. Кайфуют все. Где-то по воду поехали еще ребята, молодцы. Ой, вечером, смотрите, до 12 вообще. Не выходи никого. Ну, машины едут.